два. Так. А это Барнаул. Кукла в подарок. Ну что ж, это можно. Дедушка, дедушка! На улице новые сани с детскими письмами пришли. Их так много! Спасибо, внученька. Попроси снеговика тебе помочь, а я скоро к вам присоединюсь. Запутаться мне в гирлянде. Новый год уже не за горами, а я только письма читаю. Эх, не хватает мне помощников. Могу со всеми подарками до праздника и не успеть. О! Ян! Здравствуй! Как же я рад тебя видеть, а? Такой большой уже стал. Ведь тебе уже 15 лет. Снежная моя голова. Да нет, конечно. Ой. Ведь тебе сейчас 7 лет. Ты уж прости, дедушку. Ох, не силен я в цифрах. Даже не знаю, сколько лет мне самому. 200, 300 или все 500. Но зато я точно помню, что ты, Ян, хорошо учишься в школе. Ведь такие вещи я всегда храню в моем волшебном альбоме. Ну, в волшебном альбоме. Как? Ты не знаешь, что такое волшебный альбом? А мою волшебную комнату ты когда-нибудь видел? Так чего ж мы сидим? Пойдем поскорее посмотрим. Вот здесь у меня собрано самое сильное и могучее волшебство. Волшебство времени. Здесь я храню воспоминания. Красивые и приятные. Лучшие и замечательные. А вот и твой альбом. Давай-ка его посмотрим. Так похож на мам. У тебя прекрасная семья. Какой же ты хороший. Ты так хорошо себя вел в этом году. Ты мог бы стать моим помощником. Хочешь? Попробовать. Отлично. Тогда идем. Смотри. Это вот мой волшебный шкаф. Когда детские письма попадают в нужную ячейку, новогодняя лаборатория по производству подарков начинает работать. Чудеса свершатся, а сюрпризы улетать к своим ребятишкам по всему свету. Чтобы всю эту гору быстренько разложить, нужно как следует подуть на конверты. У меня уже сил, к сожалению, не хватает. А вот ты, я уверен, справишься. Набери в легкие побольше воздуха. Внимательно посмотри на письма. И на счет три дуй, что есть силы, на экран. Готов? Раз, два, три! Ёлочки, иголочки, как быстро! Даже метель так шустро бы не справилась. Спасибо тебе, дружочек, огромное. Дедушка, дедушка, я пришла тебе помочь с письмами. Ой! А как ты их так быстро разобрал? Все это благодаря моему помощнику. Ой, привет! Спасибо тебе большое.
Теперь мы точно успеем всем ребятам отправить их подарки. А тебя мы поздравляем с Новым годом и желаем в новом году много-много подарков и вкусных сладостей. А подарки уже ждут тебя под елочкой. С Новым годом! С новым счастьем!